Поехали. Итак, что мы имеем? Мы имеем человека. Вот он. Это у нас партнер номер один. А это у нас партнерша. И у них идет между собой коммуникация. Партнер номер один чего-то там передает партнерша номер два. Эта партнерша, то, что она узнала, превращает в квант. Ну вот, например, это у нас квант. Это квант. Квант. То есть она фиксирует то, что он ей рассказал, на бумажку. Вот так вот, вот берет и фиксирует. Дальше что она делает? Она из этого кванта делает видеозапись. Ну, то, что ей рассказали. Она берет и кладет это на YouTube. Вот. Это у нас YouTube. Положила она это дело на YouTube. Вот сюда. Что дальше? Дальше она идет в группу ВКонтакте. Вот мы здесь ее нарисуем. Вот так, например. Вот у нас группа. Вот. Это у нас ВК. И туда отправляет ссылочку. Легким движением руки отправляет ссылочку. А у нас есть администратор. Такой вот Виталик Попов у нас есть. Это значит у нас админ. Админ. Он что делает? Он ведет какую-то базу данных. Вот база данных. Ну, база данных, естественно, большая. И в ней много чего есть. И, например, есть алгебра. Алгебра. Геометрия. 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 Ну, там физика какая-нибудь. И много разных предметов. То, чего изучают в школе. И вот здесь мы поставим многоточие, жирное такое. Вот он берет из ВК эту ссылку и посылает ее вот сюда, в эту базу данных. А ссылка выглядит очень просто. Квант, который сделала партнерша вот номер два, превращается вот в такие минуты. Например, там 7 минут. 7 минут. Эту ссылочку смотрит партнер номер один. Он берет ее и смотрит. И если его все устраивает, чего там партнерша сделала, то у них есть специальный листок учета. Вот он. Значит, ну как обычный листок учета. Значит, какой он там? Какой-то вот такой вот. Вот здесь у нас номера, значит, партнеров. Здесь их имена. А тут у нас блоки. То есть вот эти самые кванты. Вот. Вот это у нас
листок учета. Если его все устраивает, он в клеточку соответствующего кванта для партнерши номер 2 говорит: очень хорошо, справилась, все замечательно, вот сюда поставим плюс. И этот плюс, ну вот так вот нарисуем стрелку, да? Вот, собственно, вся система. В ней еще, конечно, есть человек, который заведует этим процессом. Значит, ну вот тут нарисуем этого человека. Он называется навигатор. Навигатор. Вот, собственно говоря, и вся система. А как она у нас называется? Она у нас как-то называется. Правда? Да, она называется. Она называется как-нибудь весело. Она называется... универсам. Да, то есть университет сам себе делаю, типа этого. Вот и все.